Приехал сегодня рано, пока не жарко. Договорился, сейчас будем косить весь участок. Трава немножко подсохнет, и я буду размечать, где будет у нас пруд копаться. Крышу, как видите, потихоньку делать начали. Сейчас обратно утеплитель укладывают. Сейчас погода стоит, вроде без дождей обещают. Так что, надеюсь, крышу закончат в ближайшее время. Надо немного прибраться. Немного покосили иву. Вот она. Можно заново садить. Буквально заехали тут чуть-чуть лишку. А еще я потерял очки. Я их не могу найти. Если они попали под косилку, то меня ждут новые очки. Жалко очки, я их покупал на Бали. Классные были очки, но, к сожалению, похоже, их больше нет. Нашли. Юра косила из трактора, увидел аж их. Капец. Они лежали где-то прямо в центре участка. А я их искал там, где ходил, показывал, где обкосить иву. Фу. Чуть-чуть поцарапались. Но пойдут. От солнца, главное, защищает. Вот такая вот боевая рана теперь на очках. В остальном вроде ок, еще вот как-то вот здесь под основой немножко поцарапались. В целом норм. Видно, конечно, будет этот косяк. Может, его чем-то зашлифовать. Вот где соседи, тут у меня пруд копают. Тоже решили поднять участок. Насыпали сантиметров 30, может, больше. Сейчас вот работает грейдер. Вот какой получился пруд. Вода уже набралась и чуть-чуть отстоялась, уже такая зеленоватая, прозрачная.
Внутри все просохло, все отлично. Здесь, может, еще только под утеплителем не просохло. Ласточек я что-то не вижу, они не летают. Может, испугались. А нет, сейчас одна пролетела, хотела залететь, но я тут хожу. В общем, пенопласта может немного не хватить. Сейчас докупать еще будет Алексей, потому что он разлетелся, его поломало где-то кусочками. Наверное, надо будет докупить немножко. Вот, видели, пролетела ласточка. Все в порядке, значит, ждут, когда мы свалим. Иву надо было с осени обкашивать, ее задавило травой. Она вообще не растет. Вот где смогла просунуться, там она растет. А тут пьюн, он, короче, все затянул. Вот она где-то тут, бедная. Я не знаю, я буду здесь обсыпать. Может быть, зря я ее так рано вообще посадил. Еще здесь насыплю на нее земли. Я изначально не хотел вот здесь приподнимать, оставить как есть. Но сейчас подумал, что можно подсыпать чуть-чуть еще. Она растет. Все, вот эту часть я от участка тоже покашу, так как тут на части участка тоже будет пруд. Где-то, наверное, 1/4 тут будет пруд. Вот с этой стороны. Так вот. И туда дальше. Вот стал совсем другой вид. Покошено все. Сейчас жара. Сильно трава не должна расти. Высушит землю. И как раз должно хватить мне 3 недели, чтобы тут начать копать. Разметить все и копать пруд. Вот эту вот всю густую заросль, тут вот эта яма идет, канава, еще предстоит вырубить. Тут яблони всякие. Вот такие больные какие-то яблоки. Все это надо убирать. Как вам такое творчество? Это, наверное, ласточки. За то, что я здесь хожу, мешаю им размножаться.